perfect. В целом, работы были выполнены в рамках технического задания. Правда, был ряд замечаний, таких как сопряжение пандуса остановочной площадки ожидания транспорта. Также это оцинковка стекол боковых на остановках. Ну и ряд замечаний креплением остановки к основанию. Немножко пришлось задержка привести из-за того, что в Тулуне был разлив крека, а в Братске невозможно было произвести. В документации требовались триплекс закаленный, а в Братске не закаливают это дело. И поэтому мы обратились к капитанам, они нам изготовили.